Эту коллекцию под названием Time Revolution Виолетта Корзун представила на мельнице моды. Учащаяся технологического колледжа готовилась к республиканскому конкурсу сентября. Все началось с разработки эскизов. На протяжении полугода стежок за стежком швея-портной реализовывала задумку в направлении стимпанк. Мне захотелось воплотить эту идею в реальность. Собирать эти шестереночки, это очень интересно, поэтому я начала сначала изготавливать аксессуары, вот, и потом я уже вдохновилась созданием этой коллекции. Коллекция прет-а-порте 18-летнего дизайнера пошита исключительно из тканей, приобретенных на Славянке. Это демисезонные материалы – трикотаж, джинс и букле. Комплекты создавали 4 человека – Виолетта и мастера производственного обучения. В качестве моделей на мельнице продефилировали учащиеся технологического колледжа. Сама же битва дизайнеров проходила в 3 этапа. Эскизный тур – самый первый, в нем представили 250 модных решений. Во втором, под символичным названием «Воплощение», когда эскизы превращаются в изделия, осталось чуть более 100 вариантов. Однако в финал вышло лишь 66 коллекций, в их числе и идея Виолетты Корзун. Time Revolution не взяла призовое место, но вошла в каталог «Мельница моды 2019». Коллекция имела сложные формы. В ней были использованы элементы декора из кожи, также использовались в украшениях различные шестеренки, механизмы часов. Ну, и это стало, наверное, чем-то, какой-то изюминкой для нашей коллекции. Кстати, на фэшн-фестивале стилисты боролись за стажировку в Милане, но Виолетта не отчаивается, ведь будущая профессия уже на первом курсе дает свой результат. Ее гардероб обновился новыми юбками, костюмами и брюками. Из-за изящной фигуры и размера XS девушке сложно найти одежду по размеру, а с поступлением в технологический колледж Виолетта решает сама, как будет выглядеть ее идеальное маленькое черное платье. Мария Бересневич, Максим Галенко, Бобруйск 360.